19 февраля 2019 года, Харьков, 16:56 по Киеву. И вылезает из-за горизонта луна. С чердака. Просто поразительно. Вот этот эффект, когда я на нее смотрю сейчас, она мне выглядит на полнеба. А на экране я вижу, что ну луна как луна. За счет чего же эта иллюзия это создается? Так, луна впереди, а на ближайшем расстоянии от Земли. Сейчас это 656 тысяч километров. Отставить. 356 тысяч. 1800 километров. Красота. Ну, сейчас она спрячется за домом, потом, как уже над крышей вылезет, и почище будет ее видно. Не за атмосферными преградами. Надо мне куда-то отсюда деться, потому что пол подо мной дрожит и все сбивает, все колебания добавляет. Пошел я сбегать. Ты посмотри, какой красноватый оттенок. Вот тебе и кровавая луна. Увеличение 83 крата оптическое. А цифровое даже не знаю, сколько там цифра добавляет. Ты видишь, невозможно подойти сразу. Все трясется. Затаив дыхание буквально. Приходится снимать. Опа. Лучший враг хорошего.
Надеюсь, это не по луне птицы пролетели. О, так еще раз я убегу. Человек на Луне выглядывает из-за дома, получается, вот, да? Man on the Moon. Ну ладно. Уже не хочет фотоаппарат понимать, что я от него пытаюсь получить. Подождем, пока из-за дома вылезет наша красавица. Минут через 20 еще сниму. февраля 2019 года, Харьков. В 17:03 по Киеву.